Вот мы набрали вчера столько вещей. Тут майки, штаны, шорты, джинсы, вот такие вот сарафанчик, кофточка. Мы ее взяли, да? Вот ту кофточку. Боже, я про нее и забыл уже. Вот джинсы, в общем, вот смотрите, вот. Вот. В общем, вот так вот. Очень много, все яркое, красивое. Так что, в общем, сейчас я сниму еще на фото, и мы бежим. Очень круто. Так что, девки, имейте в виду, во Франции жить можно. Блинка вот сказала, что жалко все это сразу нельзя одеть. Вот эту вот красоту всю. Очень классно скупились душевно. На улице вот такой вот ветерок. Ласточки, наверное, не видно. Вот. Мы сейчас пойдем на холм, посмотрим базилику Фувьер. И дальше посмотрим, насколько у нас еще осталось сил. И надо обязательно раздуплиться с велосипедами, потому что в музей пожарных и ту часть города лучше исследовать на великах. Имею в виду не на наших, которые оставлять неудобно где и стрёмно, а на прокатных. Вот мы вышли. Иринка, ну-ка, покрутись. Вот такое все из кашкаша, вот яркое. Такой, попугай. Давай дальше, отойди, чтобы было видно. О, покрутись, давай. Вот такое красивое, все видно, яркое. Супер. Ага, вот мы по навигатору сориентировались. Сейчас мы пойдем новой дорогой. Иринка пошла сфоткать вот такой вот памятник интересный. Le printemps. Что такое le printemps? А? Весны. А, не, le printemps, весна. 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 То есть весна, время для вот такого дела. Мы с Иринкой на рыночке покупаем чуть-чуть абрикосов. В чем прелесть Лиона? В том, что здесь рынок практически каждый день, кроме некоторых дней, но в принципе каждый день тут что-то можно купить. Мы уже вчера здесь были, так что сейчас купим абрикосиков. Вот это вот мэрия 4-го округа. Вот стоянка возле мэрии. Мэрия в цветах вся. Флаги. И велопарковка. Опять прокат велосипедов. Вот. Вот нам навигатор показывает, что надо идти вниз по вот такой лестнице. Поинтереснейшей. Сейчас мы по ней будем идти вниз. Вот такое интересное место. Вот такая лестница. О-о-о! Супер. Здесь вот такой ветер безумный просто вообще. Наша цель вон. Вот он, наша цель. Но мы поднимемся, мы сейчас там перейдем через пешеходный мост, пройдемся по берегу и поднимемся оттуда вот туда. Все, мы пошли. Последняя модель Porsche. Да, так и есть. Красивый звук. Вот первая велостоянка, которая абсолютно пустая. То есть вообще ни одного велосипеда здесь нету. Вот где-то там внизу
наш мостик, по которому мы перейдем и пройдемся вот так вот, просмотрим вот это все, вот по этой стороне. А потом оттуда поднимемся наверх. Вот такой вид отсюда открывается. Очень сильный ветер. Вон то наш пешеходный мост через реку. Вон он. Сейчас мы спускаемся вот туда и идем по набережной. Смотрим вот эти вот голландские домики узенькие. Вон они. Обходим и потом поднимаемся наверх. Вот мы будем идти вот по этой вот набережной сейчас. Смотреть вот это вот все. Прям вот так вот будем идти. Вот через тот мост. И пойдем вот так, вот так, вот так, вот так. Посмотрим вот то все. Потом поднимемся наверх. Пока что вот такой вот вид отсюда. Вот такие домики. Сейчас я снимаю. Вот это вот вообще как в Голландии, прямо какой-то голландский квартал, можно сказать. Ты пишешь, не хочешь снять вот это? Да чтоб тебя, я вместо того, чтобы снять фото, начал снимать видео. Ну ладно, вот. Тогда уже вот еще раз вид. Вот такая вот красота. Речка. О, ветер такой, аж руку шатает. Вот он мостик, по которому мы сейчас спускаться будем. И вот туда мы потом пойдем наверх. Здесь вот так вот живут. Вот у людей газончик свой. Солнечные батареи. Или не батареи, но в общем похоже, как это закрывалка. Красота. Вот он, этот голландский квартальчик. Идет вот туда. И все. Там он заканчивается, вся красота. И вот такие многоэтажки, домики. Тоже красиво. Мы сейчас будем спускаться вот по вот этой вот, вот там, где-то мы спустимся, вот на этот мостик. Вот так вот у людей красиво здесь все, да. Вот еще раз вид на город. Так. Вот по вот таким вот ступенечкам мы сейчас будем спускаться вниз. Оп. Так они. Вот мы спускаемся, и тут вот такой вот огородик. И тут живет, наверное, кто-то на этом холму прямо. Вот мы идем по вот таким вот, тут вот стена вот такая, проход. Иринка идет. Обиделась, что я ее не сфоткал с той стороны. Зато вот она вперед такая яркая, вся разноцветная, яркая, разноцветная. Тут вот такой вот спуск, вот так вот раз. Тут пахнет как туалете, видимо, писают. Вот это, кстати, сделано для того, чтобы не писали. То есть вот так вот, если писать, будет брызгать на ноги. Да? Да. Видимо, людей уже достало. Ага. Очень пахнет писать. Так. И вот мы спускаемся. А вот, брат, мотороллеры, на которых производят экскурсии по Лиону. Ну, не эти же, а модель. И вот то седло, с которого мы с тобой гадили. Вот оно. Ну, практически похожее.
Вот оно держится здесь, но тут все-таки вместо пружины такой амортизатор, и слететь с него нельзя. Но суть, в общем-то, одна и та же. Вот такой вот Solex тут моторчик стоит. Вот такой аккуратненький, окультуренный, бензиновый, а может и электро. Не знаю. Электро, скорее всего, да. Да, застежки все используют очень вот такие вот, через раму. Толстые вот такие вот, то есть мы свои велики, вот это вот редкость, и то этот толстый, вот обычно вот такой вот размер, вот, то есть как палец. Поэтому мы на своих велосипедах не рискнем, а раздуплим прокатные. Мы вышли на набережную, сейчас мы быстренько, пока нету машин. Ира, я сказал быстренько, пока нету машин. Ага. Пройдемся вот туда, покажем набережную. Вот набережная, голландский квартал, мы его так будем называть, стоянка, прямо на берегу, вот кемпинг-кар стоит там. Вот, и наш пешеходный мост. Сейчас мы пойдем на него и с него еще поснимаем. Прямо вот туда. Вот такой мост. Вот так вот по нему ездят все по-взрослому. И мы на него пошли. Вот такой мост. Ага. Ага. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот красота, красота. Мы прошли мост. Не страшно. Не страшно. Вот такой мостец. Мы его прошли. Вот такая стена здесь. Из скал там вот. Ага. Все. И теперь мы спокойненько идем по набережной в теньке. Вот по той стороне идем и снимаем. Что здесь жара, по жаре мы идти не будем. Вот мы вышли к такой красивейшей церкви. Сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Не знаю, может быть, даже войдем внутрь, быстренько глянем. Ну вот. Вот такая вот подземная стоянка здесь, старая. Здесь явно была не стоянка, но сейчас здесь теперь стоянка. Очень интереснейшее место. Мы вышли вот на такую площадь. А еще один пункт проката велосипедов. Вот. Вот та улочка с флагами меня заинтересовала. Нам нужен банкомат и таба. Таба вот, но сначала нужен банкомат. Вот такая вот улочка такая здесь. Такой вот ресторанчик. А мы ищем банкомат, потому что что-то с карточкой не раздупляется у нас. Такие куски мыла огромные просто.
Бонжур. Огромнейшие куски мыла просто. Итак, на карточке у нас пока что денег еще нету. И денег у нас вообще нету. Поэтому мы спокойно гуляем. На воду у нас вроде бы что-то есть. Пару евро. Так что все в порядке. Мы с Иринкой движемся по вот такой вот улочке. Такой вот магазин сладостей тут целый. Чего тут только нету. Ага. Мороженое. Куча мороженого всякого. И Иринка, давай. Есть. Так, продвигаемся дальше. Сольдес, сольдес, распродажи, все. Еще мороженое. Девчонки там вон мороженое колбасят. И вафельки пекут. Иринка. Иринка залипла. Тут вот такое место вообще красивейшее. Маленькая такая площадь между домами. На солнце никого нету, в тени все кушают. Вот тоже кушают все меню. Пожалуйста, меню 10 евро, 10 евро. Кока-кола, салат, все улыбаются. Не все. Кто-то улыбается, а кто-то нет. Так. В общем, все кушают. В основном французов мы снимаем за едой. Вот там вот виден просвет. В этой улочке мы будем двигаться вот туда. Вот такой вот магазин. И вот внутри вот такие шарики. Очень интересный такой вот. Это люстры для ленивых. Кому лень, вот такое вешаете. Очень стильно, очень круто. Вот так вот. Вот тут музей миниатюры и кино. Начало сразу вот такое вот. Опля. Все маленькое. C3PO. И мы входим в музей. Так, хищник, специальный эффект. О, это робот, разбитый из этого. Из фильма «Я робот». Очень маленькое все. Кадры из фильмов, как что делалось. О, это из Спайдермена. Ага, музей уже дальше платно, все понятно. Музей платно, у нас дальше идти денег нету. Только вот это можно посмотреть. Дальше все платно, вот туда музей уже платно.
Вот, 2000 квадратных метров на 5 этажах. 1 час на визит. Вот такая цена здесь. 7 евро. Оно того стоит. Если бы были деньги, мы бы, конечно же, сходили. Да. Я бы не пошла. Да? Это так, все понятно. Да? Нет. Все, тогда идем на выход гулять дальше. Китайский ресторанчик. И мы выходим на какую-то площадь. С открытки. Мы выходим на какую-то площадь. Ага, здесь какой-то собор, сейчас мы его посмотрим. И вот такая площадь с питьевой водой. С питьевой водой, я это знаю. Я знаю, что это воду, ее можно пить 100%. Так. Да, сейчас мы отойдем подальше и посмотрим. Вот такая вот площадь. Вот тут вот фонтанчик с питьевой водой, вон дети набирают. И вот такой собор здесь. Времени 1:30. Сейчас мы наберем водички и сходим внутрь, посмотрим. Вот фонтанчик. Ну как, можно пить? Ладно, вот оттуда вот точно можно. Сейчас оттуда будем пить. Дети все по очереди почему-то ходят. О, такой ветерок прям аж. Вот такой вот веселый француз здесь стоит и просто всем дает пить воду. Стоит, никуда не спешит. Все, мы попили водички и идем дальше вот туда. Вот тут вот можно ручки сполоснуть, но эта вода не питьевая. Да, там написано, что вода вот non-potable, не питьевая, а вот тут питьевая. Ага, птички. Да? Пишет? Угу. Вот такое место. Вот такой храм. Но я сейчас здесь буду снимать марком, потому что на GoPro это темновато. Значит, вот табличка вот такая вообще в неприметном месте. Здесь была свадьба Генри IV и Марии Медичи. 17 декабря 1600 года. Вот так. Видимо, это было, наверное, вот прямо здесь. Орган вот такой вот огромный и вот такое дубовое резное, наверное, место для кого-то, чтобы кто-то присесть мог. Там, кстати, лифт, по-моему, нет, не лифт, винтовая лестница. Вот так. Это для исповеди.
Я вот только что нашел евро 20. Вообще супер, просто на земле тут лежало евро 20. Иринка такая: хочешь, подними. Я тут же их схватил, вот, на воду, не знаю на что. А вот наша цель — Фувьер. Сейчас мы будем подниматься к нему. Вот ребята кушают так же, как и мы. Все, мы идем в тенечек, смотрим под ноги, вдруг будут еще монетки. Ну, почему бы нет? Иринка сказала, что тут промо, здесь нормальные цены. Вот мы зашли в такой супермаркет. Тут никого нету вообще. И смотрим цены. Вода. Вода. Где вода? Вода, вода, вода. Вода, вода, вода. Сколько вода стоит? Пожалуйста. Нет, вот любая. Дешевой воды здесь нет. Леша, надо было в супермаркет заходить и брать. Вот а именно. Здесь вот уже именно. Не будет. Все. Значит, возьмем вот такую. Бери. Бери у меня и как раз доставай свой евро. Бери вот такую, например, бутылочку воды. Вот оттуда. С чирей. Пиаж прекрасный. 7,2. Маловато. Да? Конечно. 7,5 нужно. Где ты пьешь? Он тут должен, да? Здесь его вообще не указывают. Серьезно? Да. А вот этот вот. Ну, это вообще не указано. Ничего не указано. Вот pH 7. Нет, нужен 7,5. Вот pH 7,6. О, бери. Прекрасно. Доставай. Такая стена тут из разных валют. О, гривны наши, вот, украинские, рубли, очень интересно. Так, Иринка хочет глянуть что-то еще. Ира, у нас больше ни на что нету денег, так что пошли на выход. Пока что, к вечеру придут, купим, пока что мы должны экономить. Ну лучше тогда уже вот такое взять за 2 евро. Ира, лучше тогда вот такое за 2 евро взять. 2,42. Вот, это евро. Ну это я не знаю, что вот. Камамбер. 2,42. 250 грамм. Прекрасно. Вот бри, пожалуйста. Вот бри. Ну это понты бри, это что-то не то. Камте вон наш. Да, он 4 евро. Да, это дороговато. А ну подержи, пожалуйста. Это так. Да. Так. Итак, вот у нас тут 2,80. Это с найденным или нет? Да, с найденным евро 20. Мы все-таки очень рассчитываем, что к вечеру деньги будут. Потому что если нет, то это будет очень интересно. Особенно потом это смотреть. Итак, тут где-то еще есть 2 евро, которые я сказал не тратить. Вот они. То есть все. Ну, вот таких 2 евро, конечно, у меня еще не было. Ну ладно. 4,80. 80 это на воду. Да, 4 евро. Мы берем вот такой сыр. Нет, мы берем, может быть,
какой-то... Нет, мы берем нормальный сыр. Вот такой сыр мы берем. Бри. Давай. Давай. Давай вот такой. Так, берем вот такой сыр. Да, берем вот такой сыр. Прекраснейший. Так. И все. И идем на выход. Хлеб нам не нужен. Здесь с собой? Да. Прекрасно. Тем более, что с собой у нас хлеб есть. Тихо, ты смотри, зафигачишь там. Пускай скажет сколько сначала. Вот такой. Подожди, а там какой евро? Покажи, какой. Сколько? 2.80, да? Не хватает. Так, как раз ему мелочь будет. 8, сколько? 80. Сколько ему надо? 80? 80. Вуаля. 80. Так. Dites encore, c'est... 60... 70... 80... 2,80... 2,80... 2, 4, 6, 8... Et 8 centimes. 8. Et 8 centimes. Voilà. Mmh. 6. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur dame. Au revoir. Вот так вот нам тут немножко сделали небольшую, небольшую скидку. Ой, да, Иринка? 22 цента нам сделали скидку, и у нас остался еще евро. Все, мы сейчас в Тиньке где-нибудь присядем, перекусим, да. Вот такой интересный таксомат, то есть оплачивать парковку. А на нем вот такая солнечная батарея. То есть... Вообще супер просто. Я первый раз заметил. Вот такой вот магнитофон Studebaker. Приемничек. Да? Корона экстра. Hot beer. Вот такой барчик. Очень интересно. Мы идем еще место, где можно присесть и покушать. Так. Бонжур. Бонжур. Очень интересно. Так, вот такой француз. Дерево наматывает ниточку вот таким вот дедовским методом. А, очень интересно. Вот такое место, вот такой подъем нам, судя по всему, вот туда. Здесь в Тиньке всегда кушают. Ага. Вот такая площадь. И нам, скорее всего, идти вот туда, на самый верх. Что-то мне подсказывает. Так. Угу. Вот такое ателье интересное. Тут такие вот штученьки. Не знаю, из чего это сделано. А мы сейчас идем в ателье теней, по-моему, как это называется. Ателье Des Ombres, как-то там. Посмотрим на это здание и потом пойдем на Фувьер. Опля, там живут.
Вот ателье теней. Одна из достопримечательностей. А можно войти, да? А войти можно? А, мерси, мерси. Мерси. Вот такое ателье теней, оно записано как. Так видно же, что мы не по-итальянски говорим. Такая красота. Здесь рисуют. Бонжур. Не улыбаюсь. Не знаю. Почитать, может быть, все есть. Вот так, donc pour les couleurs, vous voulez des renseignements? You want some information about the on regarde comme ça. Et comment ça s'appelle l'atelier de ces deux hommes? Parce que la couleur, les terres d'ombre naturelles, terres d'ombre brûlées. Des couleurs qui sont très intéressantes et quand j'ai choisi le nom pour l'atelier, voilà, je trouvais que l'ombre et la lumière pour la peinture, c'est intéressant. En fait, toutes les connotations étaient très riches et voilà. Donc, c'est l'ombre qui dit où se trouve la lumière, etc. Moi, voilà, mais au début, je suis partie sur le choix d'une couleur. Je voulais l'appeler l'atelier des terres d'ombre, puis je trouvais que c'était trop long et après j'ai coupé le nom. C'était atelier des ombres. Je trouve que ça va bien avec le quartier, ça va bien avec l'esprit. C'est un petit peu mystique, comme tout ce qui est créatif, c'est un peu mystique aussi. Donc, pas mystique dans le terme du mystère. Voilà, c'est des choses un petit peu. Voilà. Ça, et c'est un nom dont les gens se souviennent très facilement. Voilà. Et plutôt que de mettre le nom d'une personne, je préférais pour que tout le monde puisse s'approprier le lieu. Voilà, là c'est l'expression des élèves de fin d'année. Il y a des choses qui ont été un petit peu enlevées parce que les personnes sont déjà parties en vacances. Voilà, mais c'est une grande diversité, de l'acrylique, de l'huile. Alors, c'est les élèves? Oui, là, c'est toute l'exposition de fin d'année des élèves. Donc, ça m'a permis d'apprendre plein de techniques, de voir des choses qu'on ne verrait pas dans une école de beaux-arts. Et moi, c'est vraiment la technique que je voulais apprendre. Que créer, ça me pose pas de problème, mais je voulais vraiment apprendre toutes les sortes de techniques possibles, de manière à. Parce que quand on est bien avec la technique, après la créativité, elle est à l'aise. On sait comment les choses fonctionnent. Je suppose qu'on est simple. Tout ce que les gens ont envie de faire. Là après si vous voulez questionner les élèves pour savoir comment elles perçoivent leur apprentissage. Mais vous avez un programme Non, c'est libre. On s'adapte. Justement voilà. Parce que c'est libre, on convient là. Voilà. Donc, ce qui fait la richesse. C'est chacun son projet. Et moi j'apporte des guides. Voilà. Вот именно. Не знаю, зачем в такой машине открывать капот, чтобы, если кроме как долить воды. Так, а мы сейчас пойдем вот там вот сядем, покушаем на скамеечках. А? Чтоб мило, если что, да? Да понятно. Так, мы сейчас идем, сядем на скамеечке, покушаем. Значит, вот эти вот гоблинаторы, они тут не видели никогда камеры. Вообще такое чувство, что камера на голове. GoPro HD Hero, это просто только украинцы про нее знают. У нас, как обычно, персики, хлеб, там смотрим, что? Как абрикосы. Абрикосы, хлеб, тут что, два помидора и сыр. Все, мы кушаем. И вода.
Вот сырочек мы кушаем, вот так вот, вот сыр, вот я, вот так вот. Я говорю, чтобы Иринка кушала, потому что неизвестно, когда мы будем кушать в следующий раз и будем ли вообще. Так что пока что мы кушаем. Сыр мы съели. Очень вкусный. Помидоры. Вот такой вот сыр. Имейте в виду, он есть практически во всех супермаркетах. Стоит 2 евро. Стоит 2,40. 2,15. Короче, вот такой камамбер можете смело брать. На двоих покушать с хлебушком вполне. Сейчас вот еще абрикосиков. Иринка дотаптывает свой томатик и пойдем вот туда наверх. Вот туда. Вот тут вот французы на детской площадке из детства не вышли еще в теньке. Тут вот два курят, малолетки плюются. В общем, все как у нас. Все как у нас. Вот такой кусок хлеба мы оставили на черный день. Я думаю, что, конечно, вечером должны деньги прийти, опять-таки повторюсь. Но вдруг, вот мы даже птичек подкормили. Там вот, оказывается, есть вода. То есть мы увидели туалет, но не увидели воду. Сейчас мы пойдем умоемся. Нам полегчает. И пойдем наверх. По навигатору смотреть все-таки. Фу-фу-е. Вот. Все.